Всем привет! В этом видео я покажу, где искать вот такие обелиски обсидиановые. Их всего 6 штук, и каждый из обелисков дает вам одно испытание. То есть 6 обелисков, 6 испытаний. За все эти обелиски можно получить достижения за прохождение. Их тоже вроде бы 6 достижений. Ну и попутно, как всегда, там сундуки будут. Это стандартно, как говорится. Первый обелиск находится здесь. Вот, смотрите, сейчас я покажу, вот это место. Вот здесь вот. Здесь будет вот такая вот пещера. В нее заходим. А здесь будут враги. Я просто уже с ними разобрался, расчистил. Значит, идем вот так вот. Спускаемся вниз. Переходим на ту сторону аккуратно. Идем сюда. И здесь вот надо взять этого Геозауриана. Залезть под землю. И идти вот туда, в тот туннель аккуратно. Идем сюда. Здесь вот аккуратно вылазим. Берем вот этот вот окулус, если он вам нужен. И переходим вот на эту сторону, обратно. Здесь будет вот этот вот обелиск первый. Используем его. И здесь вот будет испытание. Испытание блока, по сути. Нужно будет парировать в момент, когда эта штука вас атакует. И вот первое испытание пройдено, и получаем еще и достижение тоже. Первый обелиск зажжен. Теперь можно выходить отсюда. Вот так. Дают нам вот достижение. Вот оно. Зов войны. Следующий обсидиановый вот этот обелиск будет вот здесь. Вот. В этом месте. Вот оно. Когда вы сюда придете, у вас здесь будет вот такой вот камень. Видите? Если вы уже проходили сюжет, вы уже знаете, что с ним делать. По сути, вам нужно найти Геозауриана.
Вот они. Берете одного такого гела Зауриана и бежите в ту сторону. И по этим штукам нужно... Эти штуки нужно атаковать. Нужно искать, где еще появились. И атаковать остальные. Вот здесь еще один. Вроде бы. Или нет? Вот еще один. Вот он еще. Теперь вот этот. И вот этот последний будет. Откроется вот он проход. Там будет сундук. Вылазим. А отсюда. Забираем сундук. Ну, то есть награду сундука забираем. И идем, вот он, обелиск здесь находится внутри. Вот реально? Дракон-мазохист. Все. Взаимодействуем с обелиском. И начнется сейчас испытание. Это испытание достаточно сложное. Здесь нужно правильно вовремя уворачиваться. И в нужный момент атаковать цель. Смотрите, когда вокруг него будет находиться такой вот белый кружок, будет на нем появляться, в этот момент нужно желательно атаковать его. Вот. Тут, короче, в нужный момент нужно контратаковать. Вот, видите? Здесь был... нужно в нужный момент вовремя увернуться. Видите? И таким образом атаковать вот этого дурика. О, видите? Проблема только в том, наверное, что у него еще и щит появляется. Чтобы больше всего урона нанести, нужно побольше увернуться. Вот, видите? И снести ему этот щит. Другими атаками тоже можно урон нанести. Видите, он сейчас в состоянии неспособного сражаться. И лучше всего взять кого-то, кто в ближнем бою сражается. На мой взгляд, так больше всего удобно сражаться. И все. Получаем еще одно достижение. И выполненное испытание. Зажигается еще один вот обелиск. И на этом все. Отсюда можно выходить уже. И идти к следующему обелиску. Следующее место. Вот здесь. Вот здесь, получается, с краю карты. Вот оно. Сам обелиск находится в камне, но этот камень нужно очистить, скажем так. Смотрите. Здесь нужно будет найти значки, символы. Вот, видите? Чтобы вот этот значок, скажем так, достать, нужен...
Нужен гео Заурян, но так как его нету, есть два варианта попробовать. Или вот так жахнуть. И ничего не получается. Или вытянуть дендра Заурианом, то есть его ешкой, чтобы дернуть, короче, за эту штуку. И дальше мы идем вот за... За вот этой штукой. Видите, здесь один камень загорелся. Теперь нам нужно сюда ставить крюк. Для этого нужно будет сейчас зайти в домик. Тут есть домик. Снизу крюк. И идем сюда. Идем сюда, залазим наверх. И эта штука будет вот она. Вытягиваем Заурианом этим нашим. Собираем, если нужно. Вот он крюк, кстати, забираем крюк тоже. И уходим наверх. Поднимаемся наверх. Ставим крюк сюда. И вытягиваем. И все, эта штука сейчас вылезет отсюда. Ее можно пока что, скажем так, в покое оставить. Теперь осталось нам найти последнюю. Последнюю эту штуку. Для этого нужно опять же взять, как они называют, вот эти вот взрывные шары или шарики, как они там, как они называются, если у них название вообще есть. Вот они. Забираем. Вот так. И здесь вот смотрите, будет вот такая кучка кристаллов, видите? Вот она. Жахаем по ней. Заурена. И все, и вот он вылез, видите? Попутно тут вот собираем кристаллики. Кстати, вы, наверное, уже знаете, но там наверху Окулус лежит, если вдруг вам он нужен. Эта штука вот здесь посреди пути остановится. Вот она тут будет постоянно останавливаться, короче. Ну тут просто надо будет идти за ней и все. И вот он вот открывается обелиск, и тут еще вот будет сразу сундук. Роскошный. Тоже собираем. И заходим проходить испытания. Вот, само испытание. В этом испытании нужно будет победить вот этого вот воеба. Будет момент, когда он будет исчезать, будут появляться враги. Пока вы атакуете врагов, вы собираете баф атаки. Но чем больше вы находитесь в этом состоянии, в этом месте, где нужно побеждать врагов, тем быстрее у вас жизнь заканчивается. В идеале собрать 2-3 уровня бафа и вернуться обратно. Вот сейчас я покажу. Сейчас появится, сейчас будет момент, когда он исчезнет. Сейчас. Вот он исчез, и будет вот такое вот особое пространство. В этом пространстве нужно собрать баф на урон. Чем больше вы бафа собираете, тем больше вам урона наносится. То есть желательно, видите? Желательно собрать, например, 2 бафа и уйти отсюда. Уходите. И опять сражайтесь с вот этим вот воебом. Но в этот раз вы уже будете больше урона ему наносить. Как видите. То есть само испытание немножко бесючее, я бы сказал. Или неудобное, я не знаю, как еще можно сказать. Но такое. Не совсем привычное. Сам он жирный, гад. По нему много урона наносится. Вот, и опять это пространство. Тут то же самое. Опять убиваете парочку, желать хотя бы. Собирайте баф. Как видите, чем больше вы здесь находитесь, чем больше вам урона наносится.
И все, и уходите отсюда. И опять атакуйте вот этого воёба. Уходите, короче, опять. Короче, сам бой бесючий, сразу говорю. Мне этот, вот это испытание мне меньше всего понравилось проходить. Во-первых, он, гад, постоянно вот это в пространство вот это уходит, странное, бесючее. И все, вот. Побеждаем его, и все. Наконец-то. Опять же, нам дают достижение. И зажигаем еще один обелиск. И, как всегда, можно уже уйти отсюда. И идти к следующему испытанию. Следующий обелиск. Будет вот... Сам обелиск находится вот здесь, но от вот этого телепорта... То есть, извиняюсь, вот от вот этого телепорта будет проще сюда добежать, потому что это место находится на горе. Вот видите, где я стою? Он находится вон он внизу. Или же другой вариант, это внизу найти Зауриана Дендра. Он там как раз внизу находится. Сейчас я покажу. Можете взять вот того вот Дендра Зауриана, вон он внизу. И с помощью него уже по вот этим зацепам добраться до сюда. Возле этого обелиска ничего не нужно делать. Просто подходите к нему и активируйте. Здесь сейчас вот будет такая штука. Смотрите. Сейчас вот это вот... Она, короче, сейчас будет запускать дендро штуки, их нужно разбивать. Чтоб она упала. Чем разбивать? В моем случае не знаю чем. А хотя... А, ну вот. Короче, вам ее нужно вот так вот атаковать и скинуть оттуда снизу, чтобы она упала вниз. Я просто команду подобрал не совсем идеальную для этого. Вот она упадет, и вы ее в этот момент должны атаковать. Ну, то есть атакуйте, скидывайте ее вниз и наносите урон. По сути. Не сказать, что очень сложное задание, этот испытание получается. И забираем опять вот достижение и завершаем испытание. Вот еще один обелиск. И как и раньше, можно уходить уже. Следующее испытание находится вот в этом храме, храме предков, вот здесь вот. Телепортируемся сюда. Для этого испытания, перед тем, как вы будете заходить в само пространство с испытанием, вам желательно взять с собой персонажа, который будет наносить крио-урон. Желательно брать... Ну, в смысле, можно брать крио-персонажа любого, но вам нужен будет кто-то, кто наносит урон в ближнем бою. То есть, ни лучник, ни каталист. Так будет удобнее проходить. Если есть Аяка, можно сразу взять Аяку, и будет вообще просто идеально, по сути. Идеальное прохождение. Находится вот здесь вот, в этом углу. Вот он. Нажимаем. Заходим сюда. Здесь будет вот такой вот криовоёбу. Он будет вас пулять... Сейчас увидите. Он будет вас пулять гидрошары. Эти шары нужно останавливать с помощью... Крио-атак, и после этого использовать заряженные атаки и запускать в него. Принцип несложный, как видите.
То есть вообще ничего сложного, по сути. И после этого уже будете атаковать его, наносить ему урон. То есть желательно взять Крио Перса и взять Перса, который... ДД Перса какого, какого-нибудь, который будет много урона наносить. И через некоторые вот он снова протез, короче, повторяет, а тут дальше вот снова щит нужно. Я больше сварила, одежду тебе назад занесла, потом вечером тебе там покажу, хорошо? Да. Я сейчас видео записываю. И все, вот, как всегда, получаем достижение и зажигаем обелиск. И осталось у нас еще одно испытание. Получается. Уходим, естественно, как всегда. И последнее испытание находится здесь вот на горе. Вот оно. Вот где я стою. Вот. Сюда желательно взять те персонажи, которые могут атаковать таким образом, что перебивают атаку врага. Потому что там будет сейчас испытание, в котором враг будет наносить много урона. И надо стараться так, чтобы не дать ему этот урон наносить. То есть перебивать его атаки. Вот оно испытание. Вот этот хапибара будет сейчас. И все. И забираем последнее достижение. Точнее, ну да, последнее достижение. Зажигаем последний обелиск. И уходим отсюда. И все, то есть после полного прохождения у вас будет 6 достижений в счет вот этого дуэлянт 1. Здесь уже будет вот 6 достижений. Вкратце, все эти испытания были легендами, по сути. Вот, видите? И вам останется только 1, 2, 3, 4. 4 легенды, которые в открытом мире находятся. Я сделаю видео по ним тоже. Потом. Чтобы вы тоже могли победить их, закрыть и получить вот это вот достижение. Небольшой минус. Вот эти вот 6 достижений в коопе нельзя сделать. Это типа, скажем так, соло-испытания. А вот эти, которые в открытом мире, их можно в коопе сделать.